W. Cordes End, решетка 39, Саун Германия, 2012. Серия Cordes. Сорт создан к 125-летию фирмы Cordes. Густо-махровые цветки с плотно набитой серединкой, желтые с ярко-розовыми или красными крайними лепестками. Цвет желтый с красными краями. Интенсивный аромат с нотками ванили, гелиотропа и жасмина. Куст высокий, прямо стоячий, с крепкими побегами. Роза чайно-гибридная – это кустарники высотой 120 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов легкий. Окраска цветка желтый. Летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения есть шипы. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.